Всем привет! Рады снова приветствовать вас, наши дорогие подписчики, друзья и просто гости нашего канала. Сегодня 10 июня 2023 года, и мы снова в лесу. Решили прогуляться в очередной раз в лес, который недалеко от дома, в шаговой доступности. Вот, и как вы сейчас можете увидеть, Сереже крупно повезло, он снова нашел прекрасные подосиновики. Давай, хвались. Давай, друзья, смотрите. Она прямо пойдет у нас, дорожка, вот туда. Дорожка, тропинка из подосиновика. Да, это как раз тропинка грибника из подосиновика, смотрите, первый. Опа-на! Прикрываем место. Первый. Сейчас это уберем. Дальше. Второй. Я тоже мечтаю найти подосиновики, но мне пока не везет. Год только начался, сезон. Третий. Четвертый, смотрите, с трудом. Четыре. Ой, красавцы какие, нет слов. Жаренка. Ничего какая. Пятый в черничнике, смотрите. В этом месте, кстати, друзья, всегда у нас много попадается подосиновиков. Какая нога у него длинная. Кто внимательно наши ролики смотрит, это место могут узнать. Так, и шестой. Это вообще малышок, как кнопочка у нас. Вот он. Бочоночек. Шесть подосиновиков, друзья. Начало положено. В свою очередь, вы присаживайтесь поудобнее. Лайк, подписка. Ну и пойдемте прогуляемся вместе с нами по лесу. Смотрите, вон какие красавцы грибочки встречаются нам сегодня на пути. Один. Подолщина. Так, второй. Второго вообще трудно разглядеть. Вообще малыш. Малыш. Какой ножки. Оп. Красавчик. Два грибочка. Угу. В одном месте. А вот не третий ли стоит? Где? Да. Не подосиновик ли это? Или нет? Березовик. Третий тоже маленький. Так неожиданно нашелся. Олеся кричит, говорит, гриб нашла. И смотрите, вон он. На солнышке как. Да, красавчик такой. Я все мечтаю найти подосиновик, но у меня все попадается под березовики. Ой, слизи. Сними. Вон какой белоснежный. Плотненький, холодненький. Поют птички. И вот здесь вот. Подберезовик. Да. Первый у тебя в сезоне подберезовик. Ты все подосиновики находишь. Сегодня первый, да. А я так и не нашла своего первого подосиновика. Двигаюсь в сторону дома. Нам грибов хватит. Друзья, наконец-то мне повезло. Я нашла свой первый подосиновик. Смотрите, какой он красивый. Подожди, дойду. Красавчик. Да, ножка какая. Вот он, красивый. Идеален просто, да? Да, грибы такие плотные сейчас все, как осенью, да? Угу. В общем, я счастлива тоже. Ура, мне повезло. Друзья, мы сейчас еще здесь посмотрим. Следующий. Место такое похоже, как вот мы те нашли. Могут быть, в принципе, еще.
подосиновики. Тем более тут такой лес смешанный, елки, березы, осины, сосны. Отошла буквально несколько метров от грибочка, который сейчас нашла. И смотрите, еще один прекрасный подосиновичек. Это вообще маленький, да? Маленький, да, немножко, конечно, поеден он. Слизнем, но он чистый, вот вообще, плотный. Молодец. Да, счет открыт. Счет открыт. 6-2. Да, в твою пользу. Друзья, от восторга просто кружится голова. Я все переживала, что я не могу никак найти подосиновик. И тут мне крупно повезло, я вам хочу сказать. Смотрите. Сперва смотрите. Один, следом у него второй, а сейчас просто, скажем, Эльдорадо. Эльдорадо из... Просто я счастлива, безумно. Давай, с какого ты начнешь? Я не знаю даже с какого. Давай, давай с того. Смотрите. Первый, второй, третий, тут четвертый, пятый, шестой, седьмой. Тут их больше так-то. Поляна, да. Целая, да. Поляна. Так, смотрите. Место прикрыто. Первый красавчик. Смотрите, какой. Второй красавчик. Третий. Давай. Этот вообще, да? Все, все, Сережа, я тебя обошла. Три. Давай дальше. Помочь тебе? Или давай. Сама? Четвертый. Это что, маленький берем или оставим? Вот это совсем малыш. Этого совсем нет, а этого вот этого возьмем. Угу. Это хороший бочонок. Пять. Вот. Пойдем к шикарному тебе. Друзья, смотрите, какие бочонки. Какой бочоночек. Ой, красавчик. А нога какая. Это мне компенсация. И еще один, смотрите. Вот это ноги у них. Ой, зря корзину не взяли, да? Да. Ну, несчастье ли? Вот оно. Добыча наша какая. Что, шикарно, друзья. Ну что, сейчас здесь походим, смотрите, осинки, елки, вот такие бугорки. Да, и вот такие прекрасные грибы. Лето, мы тебя обожаем. Да, Сереж? Июнь месяц, друзья. Друзья, очередной красавчик. Прям на дорожке повстречался. Подосиновик, да? Да, и вот еще два рядышком. Маленькие, совсем маленькие, только пробиваются. Вот еще два маленьких. И вот такой. Ну вот неизвестно, подрастут или нет, мы же их засекли. Все, значит. Так никто и не ответил на этот вопрос. Там ответ есть, я есть, прочитаю, да? Да. Я не видел еще. Скрыл от меня эту информацию. Вот видно два подберезовика. Один-то молодой. Вот этот вот. Это я возьму. А тот, друзья, мы оставим. Уже большой. Так, пока с этим я иду к Олесе. По пути смотрите, вон. Гриб такой попадается у меня. Шляпка-то как у белого. Видите? Темный, темный, темный. А это у нас что такое? А это у нас, наверное, подберезовик, да? Друзья, очередной вот такой темненький подберезовик. Подберезовик, Олесь! Смотрите, какой подосиновичек. Какой подосиновик? Ой. Подберезовик. Огромный какой. Заговариваюсь уже. Как думаешь, хороший? Я думаю, уже нет, наверное. Они, смотри, отлично, чистенькие, да? Все. Такой большой и весь хороший. Да, чистый. Берем. Смотрите, какой очередной красавец. Ну, его брать не будем, да, считай, двойной. Да, большой уже. Подосиновик. Не будем его беспокоить, пусть доживает свой век. А вот дальше за ним. Маленький. Красавчик. Плотненький. Хорошенький. Не вытащишь, как сидит глубоко. Вот какой. Так, что хотим сказать. Вот с таким результатом мы заканчиваем наш сегодняшний поход в лес. Жалеем, что не взяли корзинку, так как мы думаем, что она была бы полной.
Вообще получили массу удовольствия сегодня, такие были супер находки грибов. Поэтому впереди длинные выходные, собирайтесь в лес, собирайте грибы, отдыхайте и не забывайте смотреть наш канал. Мы с вами не прощаемся, говорим вам до новых встреч. Всем пока-пока.